Приветствую всех, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Да. LX 570 2021 года. Есть комплектация от Executive, Superior, Luxer, Luxer Plus, Black Vision, Black Vision 2, Black Vision 2 Plus. Да. Кстати, вы можете сделать сейчас скриншот, вот. Что есть, какая комплектация. Ну, желательно ознакомиться на официальном сайте. Так, теперь поговорим о характеристике. Количество мест есть 5, это Executive, Superior, Luxer Plus есть 8 мест, и Black Vision 2, Black Vision 2 Plus есть 5 мест. Так, двигатель 5/7, V8, 32 клапана, система регулировки фаз газ распределения. Так, трансмиссия 8 АКПП с режимом секвентильного переключения передач. Так, постоянно полный привод, тип кузова 5 дверный универсальный. Максимальная мощность 270 кВт при обороте минуты 5600. Максимальный крутящий момент 530 при 3200 оборота в минуту. Объем топливного бака 93 литров основной и 45 дополнительный. Шины 275/50R21. Так, длина кузова 5065 миллиметров, ширина 1980 миллиметров и высота 1910 миллиметров. Колесная база 1850 миллиметров. А максимальная скорость 210 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час. 7 секунд и 7 миллисекунд. Так, расход топлива в городе 100 км 20 литров, 20 на 2. На трассе 10 на 9 и в смешанной дороге 14 на 4. Так, посмотрим сзади, что есть, какая красота. Так, теперь, что есть, что нет. Лучше ознакомиться на официальном сайте. Да, у каждого комплектации вы знаете, что есть, что нет. Да. Огромная такая, красивая. Здесь кнопки есть, кстати. И вот это наш багаж. У нас есть это, экран есть еще. Вот. Классно. Наша колесная база, да. То есть, что есть, то нет, знакомьтесь на официальном сайте. И, конечно, желательно узнать в авто... Да, в будущем, конечно, 2021 года уже не будет. Я снимаю до 2022 года, да.
сюда сзади. Так, закроем. Ох, красиво. Богато, если честно, очень классный такой. Так, вот. На руле есть. О, вот. Вот это. Так, у нас педаль. Много очень функций. И у нас есть... Ого, не заметил это. Вот. Можно закрыть. Это у нас сбоку. О, хорош. Так. Так, на экране вы видите другие модели.